При неблагоприятном стечении обстоятельств общественный транспорт может составить угрозу здоровью и жизни граждан. В ожидании транспорта не стойте у края посадочной площадки или тротуара. Вас могут случайно толкнуть или вы можете споткнуться и попасть под колеса. Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидящих мест, постарайтесь встать в центре салона, держась за поручень для большей устойчивости. Обратите внимание на расположение аварийных и запасных выходов.